Индийские слоны, свеклы, проворный кролик из капусты, кучерявый барашек из цветной капусты или милый паучок из маленькой тыквы. Удивительные поделки из овощей и фруктов представил на суд горожан третий микрорайон. Причудливые фигуры украсили стол на выставке продажи «Дары осени. Праздник души», которая прошла в парке Зерново в минувшие выходные. Каждая поделка, конечно, она требовала творческого вдохновения, так скажем. Ну и дорабатывалась в процессе. Конечно, интернет нам в помощь, но остальное додумываем сами. Из того, что есть, что выросло на огороде, у себя, у друзей и так далее. И уже в зависимости от овощей или фрукта, поделка сама идет в руки. Выращенные на собственных приусадебных участках с теплом и любовью. Результаты многодневных трудов саровских ветеранов украшали праздничные столы. Не обошлось и без главных осенних атрибутов – солений. Каждый стол был оформлен в своем уникальном стиле – цветами, угощениями, игрушками. Сегодня мы представили здесь очень много цветов, огородные овощи, и кабачки, и свеклы, и все-все-все, что хотите на ваш вкус. Также представлены солености. Это наши женщины все это делали очень вкусно, очень полезно, потому что без солености, я так думаю, зима – это не зима. Впервые это мероприятие провели в прошлом году, и саровчанам такой формат пришелся по душе. Поэтому организаторы решили сделать его традиционным. «Дары осени. Праздник души» – отличная площадка для демонстрации мастерства саровских рукодельниц. Антонина Васильевна вышивает с детства. В ее коллекции десятки удивительных пейзажей и натюрмортов. Когда вот уже стала на пенсии, дома и делать нечего зиму, летом огород, а зиму делать нечего. Вот я начала заниматься. И занимаюсь с удовольствием. Когда не спится, я до 4 утра могу вышивать. И как бы успокаивает все это. На сцене выступили творческие коллективы. Все желающие могли попробовать полевую кашу или выпить горячего чая со сладостями. Впервые на праздник приехали гости из Первомайска. Для саровчан ветераны подготовили концертную программу. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров, 24.